И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами Макс Твардовский. Мы находимся в Мечково, в Подмосковье. И это шестой этап РДС GP. По итогам шести этапов Цареградцев уверенно лидирует в чемпионате. И мы пожелаем ему максимальной удачи, чтобы выиграть этот сезон. Ну и остальной состав Fail Crew, конечно же, тоже весь в сборе. Ванька Никулин на Nissan Silvia S15, а также Даня Скоробогатов, который стал триумфатором предыдущей гонки в Красноярске. И в этой гонке он примет участие на фланкере Сергея Леонидовича. Будет супер жарко, так что погнали! Пролетела квала. Наша команда Dark Side Fail Crew в полном составе врывается в топ-32. Цареградцев поедет с Казанцевым. Скоробогатов Даня встретится опять с Гочи Чевчаном. Ну а Ванька Никулин встретится с Димоном Ермохиным. Через первый сектор. И вот. Рассказывай, как фланкер не поддался тебе? Такой маленько капризный, туда-сюда, что-то за недельку не удалось подружиться. Здесь же компоновка, коробка в жопе, тут коробка, винтерс, радиатор, аккумуляторы, все сзади, и у нее такой якорь, рычаг сзади, и вот она как-то непонятно вращается, а супра по жопе сильно легкая, и я быстро к ней привык, но она как Жигуль вращается, ну, понятно, да, есть момент, короче.